Куда сдать старые вещи и вторсырье? Эко-волонтеры Первоуральска создали полезную карту. На ней отмечены пункты приема опасных отходов и одежды в нескольких городах Урала. Так активисты отметили Международный день рециклинга, то есть вторичной переработки. Этот день посвящен вопросам и проблемам утилизации и переработки отходов. В мире его отмечают уже более 20 лет. Как заметили волонтеры общественного движения «Город Первых», созданного по инициативе группы ЧТПЗ, все больше первоуральцев отдают старую одежду нуждающимся и правильно утилизируют опасные отходы. Поэтому, чтобы каждый смог найти, где сдать на переработку металл, макулатуру, ртутные градусники, люминесцентные лампы, пластик и старые вещи, активисты эко-движения открыли на своем сайте специальную карту. На ней отмечены точки приема вторсырья. Сейчас там указаны пункты в Первоуральске, Екатеринбурге, Челябинске и еще 6 городах Уральского федерального округа. Информацию обновляют ежеквартально. Мы проводим поисковую работу именно в интернете, затем мы созваниваемся с утилизатором, то есть подтверждаем, работают они или нет, какой материал они принимают. И также уточняем время работы, номер телефона не поменялся ли, и всю эту информацию заносим на сайт.